Школьники Якутска, активисты, студенты юридического колледжа и действующие сотрудники правоохранительных органов собрались в историческом парке «Россия. Моя история». Именно там развернулась выставка, посвященная вкладу республики в победу во времена Великой Отечественной войны. Подлинная историческая информация и фотоматериалы о якутянах на фронтах, героях Советского Союза и кавалерах Ордена Славы – все это было представлено на выставке. Приглашенным гостем стал герой России Николай Соболев. Ребята не только встретились с ним, но и задали интересующие вопросы. Основная задумка выставки заключается в том, чтобы показать разные виды, разные поколения, значит, участников боевых действий Республики Саха-Якутия. Начиная с 42-го якутского пехотного полка, легендарного, который у нас создан еще в 1906 году и прошел основные события. Это и Бородинское сражение, и оборона Севастополя, и Шипкинское сражение, то есть где наши земляки участвовали. Ну и дальше заканчивая Великой Отечественной войной, локальными конфликтами, контртеррористической операцией на Северном Кавказе и завершается специальная военная операция.